Бобруйск простился зимой. Праздник встречи весны отметили в городском парке. Здесь развернулись настоящие гуляния с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами. Сама масленичная неделя стартовала еще 8 марта. Настроение отличное. Побольше таких праздников. Я и шашлычок попробовал, и блинчики. Очень вкусно все. Очень вкусно. И недорого. Хороший праздник, интересно. Ждем. Дочка должна выступать. Развлечением дня стала борьба за петуха. 4 подарка и 4 участника. Каждый должен попытать счастье, добравшись до верхушки 12-метрового столба и сорвать куш. Главный приз. Плюс живой петух как бонус. Задача осложнилась не только уровнем физической подготовки, но и старой традиции. Для лучшего скольжения перед началом забав столб окропили ледяной водой. Просто интересно было все, ну, как бы, каждый год проводят этот конкурс, и свои силы проверить, насколько я высоко смогу залезть. Этим вечером ушла в небытие с огнем не только соломенная баба. Необычной фишкой гуляния стали разноцветные ленточки. Значение каждой полоски уникально. Загадать можно было как успех в учебе, крепкое здоровье и благополучие в семье, так и любовное пожелание. Виктория Полевко, Максим Галеонко, Бобруйск 360.